Мы часто говорим украинская армия. На самом деле, кто там воюет? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени так называемые добровольческие националистические батальоны. По сути, это даже не армия. Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует цели национальных интересов Украины. А там совсем другие цели, связанные они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа.